Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась в 4 раза до 30 тысяч гектаров. Огнем объяты территории Иркутской области и Красноярского края в последнем наиболее сложная ситуация. Здесь за сутки ликвидировано 18 лесных возгораний, есть погибшие. Причина пожара в большинстве случаев – неосторожное обращение с огнем, поджог мусора. МЧС работает в круглосуточном режиме, задачу осложняет сильный ветер.